моем факультете мне нравится то, что мы приобретаем не только какие-то теоретические знания, но и на различных стендах наподобие этих мы приобретаем и практические знания, которые нам пригодятся в жизни. Ну, например, если у меня поломается автомобиль, мне не надо ехать куда-то в какой-то автосалон, там, автомастерскую, и просить, чтобы мне его починили, платить за это деньги. Я могу сам прекрасно во всем разобраться и сам починить, не тратя при этом лишние средства на других специалистов.